Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Привет. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. Каким необычным средством разрешили пытать заключенных в Гуантанамо? $350. Ну, если вспомнить «Судьба резидента», «Ошибка резидента», фильм, то там Ножкин, актер, который его пытали музыкой постоянно, в камере круглосуточно какая там музыка звучала. Ну, если мое предположение верно, то буква «ы» здесь будет уместна. Откройте! Прощайте, барабан! $500, буква. А. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. $450. К. Откройте букву К. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Рыба, 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 кит, рыба, правду, говорит. Есть! Есть! Будете крутить барабан? Я вертеть его буду. Так, есть возможность еще на одну шкатулку заработать. $350. З. Откройте! Назовете слово целиком? Нет. Приз. Отлично. Сектор приз. Ох, как красивая игра начинается. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. У. Откройте букву У. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Еще один приз. Сектор приз. Ну, это вообще... Ну, це вообще. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. А вот интересно, сейчас три правильно угаданных буквы и две шкатулки будут? И вы абсолютно правы! Нет. Ну, короче, зажилил. А ведь по правилам надо было бы еще... В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Дать две шкатулки. Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Вращайте барабан. Бумажный патрон папиросы, набитый табаком.
Ну, то, что не набитые там, типа мундштук, а патрон набитый табаком, гильза. Ну, не знаю. 550 очков. А ну, мягкий знак. Замечательно. Откройте мягкий знак. Прощайте, барабан. Ну, я вообще красавчик. 750 очков. А. Что? Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Вот эту. Но шкатулок-то ты не откройте. Дашь. Откройте. Якубович. Да, будете не засчитывается. Слово сразу. 500 очков. Буква. Л. Откройте букву «Л». Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Ну, в прошлый раз тут было. Сейчас, может, тут? Нет. К сожалению, не угадали. Ну... к сожалению, только к сожалению. Да не буду я его называть. А вдруг приз? 600 очков. Буква... И. Откройте букву И. Назовете слово целиком? Нет. 600 очков. Буква... Г. И вы абсолютно правы. Что-то у нас игра пошла. Первые участники тут же выигрывают. Не дают шансов другим оставшимся. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Третья тройка. Семь букв. Вот задание на третий тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Внешний признак тревожного явления. Так, внешний признак тревожного явления. 600 очков. Буква. Внешний признак тревожного явления. Предтеча. Так, ну давайте назовем любимую букву Леонида. Такой буквы здесь нет. Крутите барабан. Марфа Брониславовна. 750 очков. Ну, тогда традиционно. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. Афанасия. Ай, приз. 600 очков. Буква. Проскочили. Е. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Ну, Петр Степанович. Петр. 350 очков. И. Откройте букву И. Крутите барабан. Внешний признак. Сектор приз. Вот обставим хатынку.
Вы какую шкатулку выбираете? Вот эту. Ага, есть! А, кстати, я сейчас играю на десятки. О. Ой. Откройте букву О. А, симптом. Все, понял. Ну, вращайте барабан. Я играю на десятки. Значит, тысяча это очков. У меня... Буква... Хатынка здесь новая. Новострой. М. Другое дело совершенно. Откройте букву М. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Так, а на семерке там у меня обустроенная уже. 700 очков, буква... Хатынка. Откройте нам букву Т. А ты две шкатулки давай. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? А давай правую. Фу. К сожалению, не угадали. Второй раз мимо. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. А вдруг еще приз? 400 очков, буква... П. Гениально. Откройте букву П. Назовете слово целиком? Нет. 500 очков, буква... С. И вы абсолютно правы! Так, и что ж в финале? Два мужика и девушка. В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. О каком качестве хозяйки говорила, если она кладет ложку выемкой к низу? Ну, тут правильно было так. О каком качестве хозяйки говорила то или как? То, что, если... Ну, в общем, ладно. Смысл понял. Выемкой к низу. Это как? Это вот так или вот так? Выемкой. Выемка это вот. Непонятный вопрос. Это имеется в виду выемка. Это выпуклость или впуклость? Ну, короче, это как в химии физколлоидной титрование цветных жидкостей и прозрачных. Там по... Вот дай бог памяти. Цветная по наружному мениску, а прозрачная по внутреннему мениску. Это то же самое. Пойди разбери. А давайте А, надо покрутить. 350 очков. Р. Нет, неверно. Вращайте барабан. 350 очков. А. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. 550 очков. Ну, допустим, З. Такой буквы нет. Крутите барабан.
550 очков. Е. Кто ж будет спорить с этим? Нет, неверно. Крутите барабан. Ну, Наталья Константиновна. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Такой буквы здесь нет. Это ж надо. Включайте, пожалуйста, барабан. Это ж надо такое. 800 очков, буква. Ну, продолжим, гласное. О! Ну, слава богу, наконец-то! Откройте букву О! Ну, вращайте барабан. А, жадность. Жадность. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Ну, вот откройте. Это. Крутите барабан. 850 очков. Буква. Т. Откройте нам букву Т. Будете барабан вращать? Да. 500 очков, буква. С. Ну вот, откройте букву С. Три правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? А я настойчиво, 3-й раз. Да ну. К сожалению, не угадали. Да. Назовете слово целиком? Пока нет. Да и в принципе нет. Потому что... 850 очков, буква. Так, Н. О-хо-хо-хо! Откройте нам букву Н. Надо ж попробовать... Назовите слово целиком? Еще раз шкатулку опять показать, эту ж правую. 350 очков. И посмотреть. Ой. Откройте букву Д. Так. И посмотреть, что назовите получится. Назовите слово целиком? Да не буду я называть. Давай 850 шкатулки. 850 очков, буква. Ж. Ну, конечно! 3. Правильно. Ну. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? Давай правую. Есть! Наконец-то. Наконец-то. И перед нами... перед нами победитель! В шапке. В ушанке. И супер игра. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые 5. Так, любые 5. Ну, согласны, в смысле гласные. А, Е, И, О, У. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Так назывались 10 миллионов в древнем, в древнерусском счете. 10 миллионов. А было ж уже в какой-то игре. Солоп. Ой. Так, сейчас. Миллионов.
ворон какой-нибудь. Боров. Ладно, попробуем. Ворон. Так. Допустим. Абсолютно точно! Что, серьезно? Вы выиграли суперигру! Ну, это у меня на подкорке. Вы где-то... выиграли суперигру, и в качестве суперпризов получаете... водокачку. Цветной лазерный принтер. На этом мы прощаемся. Хорошо. Ровно на одну неделю. У меня такой... там... в том домике на семерке уже есть, а тут тоже не помешает. И он, по-моему, где-то в основной комнате стоит, вот здесь. Да. Ну что? А мы пойдем в прихожую и потратим денежки на прихожую. Так, ну пусть будет так оплачено. И сделаем вот так. Не понял. Покрытие пола. Цвет. Ну, пусть будет под цвет двери. И способ укладки. Ну, пусть вот такой елочкой. Окей. А, недостаточно денег. Тьфу. Ладно. А, это 1560, блин. А я 15 тысяч, думаю. Короче. Так тут получается в магазине ничего уже нету. На 1500. Вот тут показывает, что... можно так, сейчас это что на доска и 170 рубчиков, это уже ни о чем, это ни о чем. Так, наверное, пора сваливать отсюда. Ну, конечно. Ну, пока.